пока склоняюсь к ходу слона f5, но в принципе можно, конечно, сделать какой-то более такой спокойный ход, там b6 или слон d7. В общем-то, ничего страшного черных нет, но все-таки слон f5 так пожестче, я поэтому думаю, что, может быть, все-таки сыграет слон f5, но еще немножко подумал. А позицию как оцениваешь? Чуть-чуть лучше бы, но она опять же... Тогда все. Черный большой перевес, я считаю. Ладно. Все, спасибо, тогда переходим к женской паре. Я тоже.